собрался и сегодня будем искать механизмы открытия въезда там, где возможно мы не увидели какие-то обстоятельства, смягчающие то решение, которое состоялось по как пример. Достаточно часто рассматривают материалы, когда выясняется наличие родственников, требующих за собой ухода. Вот, иногда мы не увидели, скажем, что это студент очной формы обучения, и в свое время документы вот, нам не были представлены. Конечно, прерывать такие вещи нельзя, мы решаем в пользу закрытников этот вопрос, и решения такие отменяются. Есть еще другие обстоятельства, по которым возможно принять иных решений. Но сегодня это будет предметом тоже нашего обсуждения. Может, это будет касаться на так